Всем привет! Сегодня я бы хотела показать, как проходит мое утро. Обычно каждое утро я встаю, чтобы посмотреть моих любимых видеоблогеров. После я иду переодеваться и привожу себя в порядок. Ну а после этого я иду кушать. Но сначала завтракает моя кошка. Обычно она ест вискас. И чтобы ей наложить есть, нужно сначала этот вискас порезать на маленькие кусочки. После того, как я накормила свою кошку, я кормлю себя. И на завтрак у меня обычно макароны и сладкий чай. Обычно я делаю себе чай с лимоном, он потому что очень вкусный и очень энергичный. Ну вот и мой завтрак. После я иду за завтраком опять же смотреть Сашу Спилберг, потому что я просто обожаю и жить без нее не могу. Мне нравятся абсолютно все ее видео, она очень крутой видеоблогер, и мне довольно нравится ее видео. После я иду смотреть какой-нибудь мультик, например, Сэм и Кэт, но сейчас их нет, поэтому я решила посмотреть на любимую елочку. На этом все. Это было все. Всем пока-пока.